Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, конец сезона у нас через 4 дня 14 часов. И как ты видишь, я уже попал в высшую лигу. Так, головоломная вечеринка, я не пойду, потому что я никогда их, ребят, не делал. И у меня не получается их проходить. А вот ежедневочки, пожалуй-ка, пройдем. Так, разыграйте 3 танцующих зомби. Ага. Выиграйте игру растением-героем-умником. Умником. И разыграйте 2 растения со способностью команда. Так, ну что, начнем, наверное, с танцующих зомби. С танцующих зомби это у нас получается заразительная сальса, наверное, я думаю. Так, ну-ка посмотрим. Я за нее 1000 лет не играл уже. С ее танцующими зомби. Так. Может быть, этих добавить? Танцующие зомби. Вот это нам нужен здесь, а? Или не нужен? Вот этого, наверное, уберем. Как же здесь лучше сделать? И, наверное, этого уберем. Ну что, ребят, попробуем. Разыграть 4 танцующих зомби, да? Не так уж, в принципе, и много. Что там танцующих зомби? Тим-тим-тим, наклепал. У меня, видишь, нету здесь легендарной карты танцующий зомби, который умножает на 3 урон от наших зомбарей. Ну, ты понял, да, про которых я даю? Это эти танцующие зомби в паре. Они прячутся в надгробии и потом появляются. И умножение урон всего умножается урон на 3. Так, пенек. Это интересно. Пенек может, ребят, нас раскурочить, если пожелает. Если пожелает. Давай так вот поставлю. Странно. Первого хода у него не было. Ну давай сделаем так. Ага. Давай так попробуем. Но он сюда поставит. Ага. Такс. Поехали. Так, 5 хп. 5 хп, 5 хп. Это много или мало? Я не знаю, ребят. Посмотрим. Смотри-ка, справился. Ох ты какой жук. Ох ты какой жук. Ты глянь-ка. Ты погляди. Да ядрен матрен, ну что ж ты. Ну что ж ты так, а? Ну что он там правильно, он с 2 хпшками ничего не сделал бы, ребят. Так, едем далее. Это мы сделали задание. Выиграйте игру растением-героем-умником. Ну что, пойдем искать умника. Герой-умник из растений это у нас... По-моему, гриб у нас умник. Да, вот ночной колпак, он у нас умник. А кто еще у нас умник? Зеленая тень умник у нас. В принципе, все. А, вот, еще роза у нас умник. Ну, я, наверное, попробую. Блин, за зеленую тень не особо у меня получается. Но я не знаю, ну давай попробуем.
Короче, сейчас мы пройдемся по всем. До тех пор, пока у нас кто-нибудь не выиграет. Либо зеленая тень, либо этот ночной колпак, либо розу. Блин, разгром дали. Дали нам разгром. Ё-моё, я даже не успел поменять. Твою налево. Я хотел... Вот это-то нафиг мне... Старая песня о главном начинается, короче. Ну, вон у него что, да? А у него, наверное, будет валун. Скорее всего. Давай так сделаю. Давай я сделаю так. Ага, хорошо, что я не поставил его. Иначе была бы беда. Так, да, значит? Ну что, если вот тебя выкину отсюда? Ага, опять он и ставит сюда. Вот так вот. Ну, наверное, с этим надо разбираться, я так думаю, в первую-то очередь. Угу. Так, а дальше что будем делать? А дальше-то что будем делать? Давай, наверное, вот так вот. И вот так. Так, вывезла кикимора. Но она тоже животное, поэтому это прокачивается. Так, этот тоже прокачивается. Давай еще там что-нибудь сделай. Ничего он не стал делать. 6 в лицо, блин, паршиво. Да? Да? Ну, поехали. Это я оставлю пока. Давай сделаем... Блин, немножко неправильно сделал. Немножко неправильно сделал. И заморозочку. Так, валун. Шесть энергии еще, ребят, у него. Ну, это понятно. Так, лечка. Кого это будет лечить? Угу. Давай-ка так сделаем. Зря, конечно, ребят. 3, 3, 6, 6 в лицо. 6 в лицо, ребята. Все. Если бы ему лечка бы выпала бы. А может быть еще не все. Не, все, ребят. А, нет, не все. Нет, все. Если бы он вот здесь не уничтожил бы, то надо было бы еще посмотреть, кто бы, ребят, выиграл.
Ай-яй-яй-яй-яй, совсем немножечко не хватило. Ладно, ну что, ребят, не получилось. Зато разыграли со способностью команды. Так, значит, зеленая тень у нас не получилось сыграть за нее. Пойдем сыграем за розу. Роза тут у меня типа на хилах, да? Роза у меня тут типа на хилах. Тут непонятно даже, тут не только на хилах, она тут вообще на всем. И на хилах, и на этих, и на призовах, и на заморозке. Ладно, посмотрим. Угу. Вот так вот. Вот так вот нам здесь выдали. Ну, обычно он любит, да, у нас ставить надгробие. Но также он любит ставить бесят. Поэтому давай смотреть. Странно. Так, очень странно, ребята, происходят здесь дела. Ага. Хм. Что он тут хочет поставить? Вот даже как. Ну, допустим. Опять он ставит, да? Кто же там у тебя может быть, а? Давай так сделаем. Кровожадность. Бонус на так. Куда он хочет? Ну вот сюда, наверное. Ему хана будет, если он сюда бомбанет. Ну и зря ты, парень. Ты же сдохнешь все равно тогда. Так, что дальше? Что-то этот набирает, набирает. Я не вижу, чтобы мне сюда хоть кто-нибудь выпал. Но это ты зря делаешь. Да, серьезно. Ладно. Ты хочешь набрать достаточное количество энергии, чтобы превратить их в этих? Да? Он их хочет превратить... Ну, ты понял. Только вот, мне кажется, это глупо. Во-первых, ребята, мы делаем сейчас пробивающих два удара. И он просто отдупляется. Хотя, подожди, у него 8 энергии. У него 8 энергии, ребят. Давай сделаем так. Ну и вот так вот. Ой-ой-ой. Ну и вот так вот. Зачем я так сделал, не пойму. Посмотрим. Я так и думал, что он превратит. Нет! Ребята, вот это как называется? Вот это как называется? Ну это все, это просто, ребят. Не буду материться, но это трындец.
просто трындец. Этот зомбот меня уже достал, понимаешь? Дело в том, что когда я играю, у меня зомбот никогда не выпадает. Вот сколько я пробовал с этим. Мне не выпадает зомбот. Да ёпрасоты, ну что там за блин это? И у меня сейчас... Не до этого, блин, если честно. Трындец просто. Просто, я не знаю, ребят. Ой. Если бы не зомбот бы, блин. Все, ему хана. Ну, видишь, зомбот. Как специально, ну тут... Ред, вы посмотрите предыдущие серии, там то же самое. То же самое. Зомбот, зомбот, зомбот. Он меня там выносил в трех, по-моему, поединках. Ну как это можно еще объяснить? Я не знаю. Если бы я успел бы, конечно, бы его выставить, я бы выставил бы. Ну, видишь, у меня никак не получалось. Если бы этот выставил, естественно, он бы ничего бы там не применил бы, не успел бы просто применить. Я в шоке просто. Ну, что он там делает? Что он там хочет? Что у него за колода? Спортивная? Вряд ли. Чудилу эту взял. Ну, давай эту чудилу мы, наверное, вынесем отсюда. Чтобы она нас не нервировала здесь. Этого бесполезно сейчас ставить сюда. Понимаешь, да? Что он может здесь сделать? Давай посмотрим, что он там будет делать. Угу. Он пойдет следующим этапом у нас. Иди отсюда. Вирус. Ну, ставь свой вирус. И зачем вот это мне? Давай лупанем тогда. Угу. Что бы мне тут сделать? Так, что ли, его запечатать? Или как? Подожди, 4-1, да? 4-1. А, 4-1. Если мы сделаем, например, вот так. И вот так. Посмотрим. Угу. Усиливай, усиливай. Трать, трать, это хорошо, ребят. Он все равно не выживет здесь. Кукурузка у нас тут на разогреве. Ну все, молодец. Сделаем, наверное, так. И вот так. Поехали. Да. Че, будем влеплять? А вдруг у него... Так, ага, явилось. Ну тогда вот так вот сделаем, че? Выбор не особо велик. Восстанавливает здоровье, да? Испугался? Да, вирусы свои тут печет. Так, ну что он сейчас? Ну там на одних вирусах он будет. Ну мы поставим этого, и все, ребята, его вирусы не помогут ему. Вот, смотри, опять мощный противник мой, который, да? Мог бы нанести урона. Он бьет ему в щит. Конечно, это бесит, ребят.
Ну и до свидания, я думаю. Все? Конечно, все, ребята. Когда вот этого ставишь, все. Заклинание просто... Элементарное заклинание за 2-3 маны по 10-8, извини меня. Как ты тут сделаешь? Да никак. Все, молодец. Гриб, красавчик, отыграл. Переплюнул зеленую тень, переплюнул розу. Нет, но с розой, ребята, получилось, конечно, на самом деле очень дико. Ему вот фартануло. Просто вот, знаешь, не кто-нибудь, а именно зомбот. Почему зомбот, ребят? Потому что когда зомбот появляется, он сразу уничтожает всех на поле боя своим этим огнем. Не имеет значения, как ты там под защитой, хоть ты там под чем. Всех уничтожает. А у меня было два растения с прочерком. То есть, если бы не зомбот, мы бы ему два в лицо бы просто в любом случае прописали бы. И все. Ну, нишняя судьба. Ладно, друзья мои. Поиграл. Так, подожди, кто-то там мне бросал вызов. Если он сейчас не занят, я ему кинул вызов. Сыграем с ним разочек. Я на хилах, по-моему, да? Или я русский чел? Привет, Рей. Да, я русский чел. Ну, давай сыграем сейчас. Я только возьму кого-нибудь. Кого только взять-то мне? Ну, давай я возьму бабаха. Давай я возьму бабаха. Так, я русский чел. Где ты? Вот. О, он бросил мне вызов. Блин, ну давай. Так а сфига ли начну? Зашибись, да? Ну давай попробуем, блин. Не, ну вот это, ребят, конечно. Нахрен мне колпак ночной, блин. Может, я не хочу ночным колпаком играть? Да, лучше не придумаешь. Ночной колпак, бля. Так, ладно. Посмотрим. Надеюсь, у него нету. Так, добор энергии берет. Ну, этого-то можно, в принципе, расписать. Ничего страшного нет. Единственное, что энергию, да, берет. А, подожди-ка, так не получится. Ну что это за фуфляндия-то, ядрен-матрен, а? Давай, короче, перекроем это все дело. На первый раз. Да и хорош пока. А, вот что, кровожадность. Ой, кровожадность, ну да. Два грибочка мои в трубу полетели. Так, у меня здесь ландшафт, я не знаю. У меня должна быть, по идее, грибная поляна. Не грибная поляна, а как она там называется? Что-то ее знает, как она там называется. Давай сделаем так. Черт его знает, кто там у него. Ну пипец просто. Ну просто трындец. Ну зато мы его размажем сейчас. Ага, размажешь ты. 4 энергии накопил. Ну нет, размажем. Ну ты... Несерьезно. Не, ребят, если вот так вот, извините меня, драться, когда вы выбираете себе подручного и, извините, мне. Если бы был бы рандом какой-нибудь, а нифига, мне, блин, гриб поставили, зашибись. Играй на грибах называется. Нормально это вот, по-вашему, чтобы я сыграл на грибах, блин? Трэш какой-то полный. У него уже ландшафт есть, он сейчас ландшафт скинет. Но он, правда, попадет мне в этот... В блок. Да и фиг с ним.
к обеду в блок. Заморозочка. А, он же, у него же карты дешевые становятся же, точно. А он ландшафт не стал ставить сейчас, да? Для чего он бережет его? Я не знаю, может быть, кого-то, кто-то круче есть, кого он может поставить. Ну, что ты мне вот этот блок даст? Ой, блок, грибы, блок уже какой-то в голове. Черт его знает, что тут лучше сделать, как тут лучше сделать. Угу, ну и куда? Сюда? Ну этот прокачиваться будет в любом случае у меня. Как вы меня запарили? Шесть, пять, пять энергии. Ну, надо запомнить, что ландшафт есть. Или мне это запомнить, ландшафт есть. Отлично. Я так понимаю, для него ландшафт готовит, да? Нет, сколько? Ничего нету, блин. Просто, блин, ни шиша. Я, блин, в шоке, ребят. Да он может, кстати, вот сюда ландшафт поставить. Вот сюда. Семь в лицо. И все, ребят. Не, так играть, извините меня. Я не собирался грибом играть против изменения Беликануса. Да бредятина полная. Где мои вот эти все? Ну что ты вот вылез? Вылез он. Как ты, блин, вовремя вылез? И что, я даже пробить не смогу? Вот этот мне не даст, ребята. Хотя, подожди. Знает, как тут лучше сделать. Да ну это все равно ерунда полнейшая, причем, блин. Полная фигня. Ну вот, видишь, кровожадность. Я тебе о чем говорил. Ландшафтов нет. Ни хрена нет, ничего не выпадало. Играй как хочешь. Давай-ка на моих условиях сыграем. Сейчас посмотрим, ребят. Нет, я тебя вырежу специально из видоса. Не будешь ты ни в каком видосе быть. Так, что он там? Великануса, да? Давай-ка посмотрим. Ага. Согласился. Вот, отлично. Поехали. Там как раз все, что нужно. Погнали. Пускаем. Да ё-моё, почему у него все время она в руках-то оказывается? Это карта, блин. Ладно, хрен с ним. Так, двоих, да, вызвал?
Угу. Так, пускай он там набирает энергию. Мне, в принципе, пока не актуально. Так, что он там может делать? Да, в принципе, что он у него есть? Да ничего нету. А, ну кровожадность только. Ну хорошо, кровожадность потратит. Бочечку кровожадности потратил. Так, этот есть у нас ягодка, так что нормально. Так, лупанул. Так, не забываем, ребят, про ландшафт. Так, ну бомбу, блин, бомбу пока тратить не будем. Я не вижу в этом смысла. А вот так, пожалуй, сделаем. Так, что, еще кровожадность у тебя там или что? А, заморозочку делать. Окей, заморозку. Видишь, сейчас у него вот эта карта, которая удешевляет. Это, конечно, да. Потому что он энергию берет. Ну, я думаю, что он тратить ее не будет. Тын-дырин-тын-тын. Такс. Это нам пригодится. О, еще один. Тын-тын-тын. Так, что мы можем сделать? Да пока, наверное, ничего делать не будем. Так, у него ландшафт, да? У него ландшафт. Давай так вот сделаем. Вот так вот сделаем пока. Угу. Ну какой чеснок, твою налево? Где этот, блин? Скажи, я скажу. Так, 5-4, да? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Блин, ну этого ставить сюда как-то не особо хочется мне, если честно. Давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Так, мы отхиляться отхиляемся, это ничего страшного. Три. Ага. Ага. Пим-пирим-пим-пим. Пим-пирим-пим-пим. Хорош. У него даже вот такой ландшафтик есть. Так, он же прокачиваться будет, да? Будет. Должен прокачаться. Нет! Ну, нахрена вот это вот? Такс. Понятно, тут добор и все это. Так, что можно сделать? Давай, наверное, сделаем вот так вот.
Но про ландшафт не забывай, он ландшафт поставит же. Поставит. Сюда, скорее всего. Скорее всего, сюда. Так, 3, 5, 8, да, 8. Заморозочка, ага. Да, даже две карты берет, окей. Но угу, вот так вот. Убираем эту гадость отсюда. Ага. Тюн-тюрин-тюрин-тюрин. Это нахрен отсюда. Ну, ландшафт поменяет. Я знаю, что он ландшафт поменяет. Или что он там делает. А, даже так. Ну давай. Ну и все. Ну вот. Как играть на колоде, который ты хочешь? То-то и оно, блин. И тоже будет говорить: блин, мне не выпал ландшафт, мне не выпал викинг и тому подобное. Ну. Все, ладно, в любом случае, спасибо за игру. Так, ребятушки, на этом... Сейчас я... Ну, он, короче, увидит. Все, спасибо за игру, всем удачи и до новых скорых видосиков.